Кинопром — это вторая выставка у нас в Российской Федерации по масштабности, по массовости. Очень важная, поэтому на Кинопроме собираются самые сильные игроки, лидеры в своих областях. Мы причисляемся к лидерам, поэтому мы решили, значит, в этом году обязательно участвовать на Кинопроме. Хотели показать, что мы занимаемся строительством энергоцентров, и мы вот такой энергоцентр построили на выставочной площадке. Притащили настоящий двигатель сюда, поставили. Слышите, как он работает? Он запущен. Вот. Разве что электроэнергии не выдает, потому что здесь есть своя электроэнергия на выставке. Минитез очень активно, очень всем нравилось, несмотря на то, что, скажем так, это визуализация энергоцентра, но тем не менее, вот та феерия, которая присутствовала именно первый день, потому что это самый такой оптимальный поток, позитивно прошло в этом смысле. Народу много, народу интересно. Обменялись контактами, договорились на дальнейшую работу. Будем работать, будем стараться. Это объект, торговый комплекс «Макор». Строила группа компаний МТС этот объект. Ну, фактически уже отработаны эти объекты, здания, планировки. То есть это один такой из типичных примеров. Общая мощность объекта получается газопрочевые электростанции. В первую очередь 1,2 мегаватта, вторая очередь еще 1,2. То есть общая будет 2,4. Плюс еще дизель-генератор, 600 киловатт. То есть электрическая мощность общая порядка 3 мегаватт по этому объекту. Одна из проблем, которая у нас существует внутри помещения, это температура. То есть у нас двигатель излучает тепло, как любой автомобильный двигатель. Поэтому здесь вот также мы в группе компании МТС нашей изготавливаем систему вентиляции. Она наверху представлена, можете посмотреть. Строили российские компании под ключи. Модернизационная установка. Так что если раз успешно работает продолжительно, то тогда в другом регионе, да, повторно, я думаю, что можно строить. МКС, we know МКС. Мы очень уважаем компанию МКС. Они зарекомендовали себя как хорошие и надежные партнеры. Мы работаем с ними уже 2 года. У нас было несколько успешных проектов. И в будущем мы также планируем новые проекты. Уверены, группа компаний МКС и в дальнейшем будет подтверждать свой статус надежных партнеров. Мы, в свою очередь, постараемся отвечать тем же. Тема энергетики на Южном Урале в последнее время достаточно распределенной энергетики или малой генерации бурно развивается. Хочу отметить, что за последние буквально 3 года совокупный объем построенных мощностей составляет около 200 мегаватт, что достаточно прилично. Просьба доклады укладываться в 6-8 минут. И просьба говорить самое интересное, потому что в целом распределенной энергетики все у нас прекрасно знают. Здесь присутствуют специалисты в этой области.
Сегодня здесь собрались представители крупных японских и российских компаний. Я думаю, что эта встреча послужит хорошим событием для того, чтобы ускорить процесс достижения хороших результатов, начало которому положила встреча японского посла с президентом России. Очень, да, удивительно было, потому что децентрализованная энергетика, думаю, что только, не только, конечно, но на Дальнем Востоке очень подходит, потому что там низкая плотность населения, здесь плотность населения очень высокая, но малая генерация тоже распространяется, это для нас новое открытие. Я считаю, что семинар прошел очень успешно. Присутствовали лидеры, мировые лидеры по производству энергетического оборудования, инженерные компании, японские, австрийские, американские компании. В целом очень полезно, что на наш российский рынок, на рынок Урала заходят такие ведущие компании, которые могут обеспечить хорошее качество продукции и хорошие услуги для потребителей. А мы, в свою очередь, стараемся создать максимальные условия для развития рынка малой генерации, распределенной энергетики.